Седьмая уже в этом выпуске. Манас Мирбеков против Ильяса Садыкова. Вот они, болельщики. Собственно, смотрим дальше. Бой в среднем весе до 82 килограмм. Давайте послушаем. 82 килограмма. Город Бишкек. Мастер спорта по ВМ без правил. Победитель WF Selection 1. Победитель WF Pro Fight 6. 12 и 14. Обладатель пояса Миксилат Ташкент Легион. Команда Ихлас Бишкек. Встречаем Темирбеков Манас! И его соперник в красном углу, весовой категории 82 килограмма, рост 172 сантиметра. Мастер спорта по кикбоксингу, город Москва. Чемпион по жек-пежек, Казахстан. Команда «Белый медведь», тренер Смирнов Игорь. Российская Федерация. Встречаем Садыков Ильяс. Бойцы в середину. Ну и теперь кыргызско-российское противостояние у нас на очереди. Садыков Ильяс, мастер спорта по кикбоксу из России, победитель турнира «Джек-Пи-Джек» в Казахстане. Первый раунд. Действительно, боец очень солидный. Вот. А выступает он против бишкекского спортсмена Манаса Мирбекова, который делает свою карьеру в ММА уже. И это очередной путь у него к профайт. Должен в этом бою побеждать. Пошел сразу же в атаку Манас. Но Илья Садыков переводит противостояние в партер. И сейчас наседает россиянин. Ну как же хорошо действует Манас в этой ситуации. Вновь захват болевой. И это все, друзья. Это все буквально за минуту в первом раунде разобрался со своим оппонентом. Действительно, казалось, Илья Садыков находится сверху и активно атакует. Но вот здесь раскрутил и все. Без единого шанса. Очередной бой, который заканчивается. В первом раунде за 40 секунд болевым приемом на руку победу одержал Темирбеков Манас! Темирбеков Манас, поздравляем его с победой. Действительно, очень достойно за 40 секунд разложил своего оппонента по полочкам. Уже второй